Цифровые технологии добрались до одного из самых народных видов спорта. В Сочи на базе «Югспорт» открылся центр настольного тенниса. Его изюминка – компьютерный комплекс, который создает модель игры спортсмена. Как работает отечественная инновация, одним из первых увидели помощник президента Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцын. Они приняли участие в церемонии открытия. А глава Минспорта еще и сам взял в руки ракетку. За игрой Олега Матыцына следили специальные камеры. Они фиксируют ход матчей, заносят в профайл каждого теннисиста скорость, траекторию мяча, силу ударов, число отскоков. Тренер сразу же видит, на чем нужно делать акцент в тренировках. Центр в Сочи станет одной из баз для подготовки сборных России. Здесь же будут проходить и турниры. Но при этом заниматься в новом спорткомплексе смогут не только профессионалы. Здесь можно вечером приходить жителям города или близлежащих здесь домов и заниматься настольным теннисом. Этот зал предназначен на круглосуточную работу. Это очень важно. Я поздравляю город, поздравляю Российскую Федерацию и Министерство спорта, потому что здесь теперь будут проходить европейские турниры.